Рита, рисуй! Рита, рисуй! Рита! Что происходит вообще? У меня самый большой карандаш! Нет, у меня самый большой карандаш! Ой, девочки, не надо спорить! Самый большой карандаш у меня! Так, сейчас я вас зарисую, и вы теперь никуда не денетесь, вы в ловушке! Ха-ха-ха-ха! Ой, ой, ай! Меня тоже в ловушку поймали! Мамочка, так, так, чтобы они не бегали! Ой, у меня кончился маркер! Так, так, ой, я могу стирать все! Обалдеть! Вот обалдеть! Тут я на шарике, смотри, это я! Ты на шарике, да? Это типа видно, кто стирает. Ага! Супер! Ребят, всем привет! У нас сегодня супер крутой обе, в котором нужно рисовать! Так, давайте сделаем челлендж. Значит, ребят, с вас челлендж, вы должны. Вот, смотрите, тут надписи под пи ш ши с си. Подпишись. И Рита, ты, ребята, видите, Рита истратила весь карандаш на эту надпись. Подпишись, написала. Надо обязательно подписаться. У Ариши тоже уменьшается. Что же она пишет? Давайте посмотрим. Ла. Ла. Лай. 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 Собака лай. А, лайк. А, лайк поставь, ребятки. И я вам рисую, ой. И я вам рисую сердечко вот такое вот. Чик-чик. Подпишись и лайк поставь, и мы начинаем. Надо пройти обе вместе. Стираем все. Все, пойдемте. Так, значит, челлендж следующий, ребятки. Сначала Ариша идет. Разминаться. Да, три раунда. Разминаемся. А это как ты делаешь? Это сначала, ну, ластик рисовать. Точно, кручу-верчу. Кручу-верчу. Значит, давай, рисуй, Ариша, первую дорогу. Следующая будет... вопросики. Все, я не знаю, что за вопросики. Так, первая... Она нас угробила, Арина, мы должны... Оно само стерлось. А, там, когда звезду нажимаешь, оно стирается. Так, смотрите, а вот это что-то красное, хоп, она исчезает. Ой, да, да. Рита, рисуй. Давай. Проходим, все. Проходим, отлично. Ура! Все, теперь я рисую. Так, 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 так. Так, вот, все, девочки, идемте, идемте. Ура! Куда? У меня настоящий паркур. Ариш, ты застряла. Я вас жду. Давай. Уи! Уи! Тут еще оно исчезает, все, да? О, здесь все исчезает, смотрите, поэтому надо нарисовать. Давай, Ариш, рисуй. Так, смотрите, она очень аккуратно рисует, медленно-медленно черная поползла. Погнали! У-у-у! Ой, а дальше вот сюда. У-ху! Подожди, подожди, Ариш, сейчас все пойдет. О, ты дорисовала? Давайте я вам помогу. Давай, дорисуй. Бегите! Прыгай! Арина! А почему твое исчезло? Ты нажала крестик? Я нечаянно. Ты нас чуть не угробила опять. Арина два раза чуть не убила папу и Риту. Так, Рита, твоя очередь, рисуй. Давайте я нарисую лесенку. О, смотрите, она трясет карандашом. И карандаш у нее заканчивается. Все, поскакали. Давайте все. Все. Есть. Теперь мостик. Теперь я. Горка, юху! Ой, исчезла. Ну все, давайте. Прыгайте. Ладно. Так, идемте. Здесь интересно, в чем сложность? Ну-ка. Ой. Все, так. Мы не можем пройти. Мне выйти! И выйти тоже не можем! Мы в ловушке! Ой, Арина все стерла! Да, Рита все стерла! Так. О, а почему он почернел? А, так. Ого! Так, дальше, давай. Арина, как ты на воздухе стоишь? Ребят, пока мы проходим комнаты, я хочу вам кое-что сказать. У нас появились новые футболочки, коллекция приключения. Если ты купишь себе три такие футболки, сфотографируешься в них или снимешь видео и отправишь к нам в группу ВКонтакте, мы обязательно эти фотки опубликуем, видео тоже опубликуем. И я выберу трех человек, с которыми вместе сниму видео. Посмотрите на эти футболки. Мы представляем новинки нашего магазина «Папа и дочки». Футболки и другая одежда коллекции «Приключения». В нее входят «Папа и дочки Десант», «Папа и дочки Дикий Запад» и «Папа и дочки Побег». Попробуй собрать всю коллекцию приключений. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папы и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества, посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так.
papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения. Как? Это у меня Ой. Здесь? А у меня? И у меня тут что-то есть. Ребята, так, у меня глюк какой-то. Папа, тут какой-то круг надо нарисовать. Арина, давай рисуй. Какой-то круг? Ага, и что с ним делать? О, что? Дальше. Интересно, мы целой бандой идем, но у меня все в воздухе. Идем вперед, прямо-прямо. Стоп, папа, остановись тут. Надо дырку заклеить. Все, дальше. У меня нормально? Так. Ариша, когда ты исчезла? Фух. Что там? Давайте я нарисую что-то. Вот, да? Да. Подходит? Да, точно. Я вслепую, ребята, провел девочек. Оп. Так. Ой. Так, теперь с Ритой что-то. Арина нарисовала. Это что за горы такие? Арина, молодец. Так, дальше. Ребята, у меня ничего не видно, я в ловушке попадаю постоянно. Стой! Все, я пока как слепой котенок иду, ничего не понятно. Так, давайте вот теперь так я вот помогу. Идти. Все, осторожно, там лава. Теперь давай я нарисую. Давай, я ничего не вижу, ребята. Вот они что-то рисуют, какую-то лаву там видят. Все. Вообще. Идите первой, чтобы я звездочку Все, не я вот так вот что-то сделал. Так, а это что? Арита стерла мою. Так, стоп, подождите. Ждем. О, давай я крышу нарисую, чтобы папа случайно не ударился. Да. Давай. Лаву. Вот, отлично. Так, все, вот. Супер. Так, дальше. Так. Арина, что дальше у нас тут? Здесь какая-то кубик надо. Какая-то кубик? Так, вот здесь. Так. Дальше. И прямо просто, и все. И прямо? Там, где я. Все, стою. Продолжай. Что такое, ребята? У меня ловушек не видно, ничего. Девочки что-то рисуют, что-то видят, а я слепой котенок. Так. Так, слазите. Слез. Сейчас надо перерисую. Все. Что дальше? Теперь идем вот сюда, стоп. Не иди вперед, тут лава, лестница из лавы. Да я не верю, проверю, ой. Ладно, действительно была лава. А сейчас я нарисую горку. Надо верить своим дочкам. Ура! Ух ты, вот шары я вижу. Ого, где? Вот, где? Летаешь. Ай! А, стойте, стой, стоп! Ариша сгорела, я знаю, что делать. Нет, Рита, сотри свое художество. Ой. Сотри. Сейчас я покажу, что надо. Все, отходи, отходи, Арина. Смотрите. А, все, понятно. Тыдынц! Тыдынц! Есть! Рисуйте такие же защиты. Да не снизу. Вот. Что, что вы натворили? Вот здесь защиту, Рит, нарисуй вот здесь. Да! Что такое вообще происходит? А? Где? Фух. Фух, я успела. Оп, оп, опа. Есть, мы защитились. Фух. Есть, добрались. Стоп, у вас там же? Нет. Ребята, мне, короче, надо перезайти в игру, тут какой-то глюк. У меня вообще полный бардак, что такое происходит? Ждите, девочки. О, у меня починилась игра, отлично. Так, вот здесь надо забраться наверх, наверное, давайте попробуем. Так, сюда запрыгнул. А чё мне не тунтункается? Ладно, здесь тунтункнусь. О, там карандаш, я тоже пойду заберу карандаш. Точно, здесь карандаш. Я что, сейчас усилю свой карандаш? И сейчас посмотрим, у меня уже 55. 55. У меня тоже 55, 60, отлично. 60, ура. Ты где-то увеличивала, да? Да. Так, здесь вот так вот, чтобы не упасть. Ой, а я? Все, я прошла. А ты карандашик себе запасной взяла? Нет. А что, не надо тебе? Да, нет, не надо. Так, а где лабиринт выход-то? Вот здесь или там? Давайте проверим сейчас. Я пойду поверху. Здесь выхода нет. Ю-ху! Ю-ху! Ура, здесь папа, мы тебя ждем. Отлично. Ура! И... Жду, ой, это... ластик. Это пранк. Это пранканули. Пошли. Есть. Так, тут написано. А это что такое? Ага, рисовать. И стирать. Ой. Арина угробила опять нас. Третий раз. Третий раз убила папу. Так, я давай давно не рисовал. Стоп. Стоп, смотрите. Я теперь. Это не я. Так. Все, я теперь рисую. Вот так вот. Давайте по очереди. Рита, ты с теркой работаешь. Так. Что, может, получили? А я... Рита, сзади стираешь, я спереди рисую. Все, отлично. Ты подари на это, не стирай. Рита, контролируй. Так, все, идем. Так, так, отлично. Опа, оп, оп, оп. Так, и все. Что такое? Чуть Рита не упала. Ой, это что? Это что? Надо заблокировать, чтобы не крутилось. Ой, я уже приехала. А я заблокировал мостик, смотрите. Так. Ой, я тоже. Арина, рисуй туда наверх. Лестницу наверх. Давай. Так. А, ну? И что это такое? Это лестница? Это какой-то вот, Арина, бараш какой-то. Арина. Рита, Арина, не дотрагивайся, Риту уже угробишь. На норм, я прошла.
Так, хорошо. Это что, давайте проверим. Рита, рисуй! Рита, рисуй! Рита! Что происходит вообще? Так, Рита рисует. Так, сейчас я прикрою, вообще накрою, чтобы точно не улетело. Все, отлично, застряла. Теперь так, осторожно. А что там еще будет? Она летит. Так, надо ее зафиксировать. Надо ее зафиксировать. Ты что творишь? Что случилось? Рита, ты дырку сделала. Рита, ты... Арина, надо дальше нарисовать. Вот так вот, все. Идемте сюда, тут безопасно. Рисуйте дальше дорогу. По башке треснула. Арина прищемила. Так, все. Только до звезды не дотрагивайтесь только. Риту чуть сверху не бабахнула. А где звезда вообще? На такси! Вы придавили такси? Такси придавили. Спускайтесь обратно. Не-не, вот сюда нормально. Оп, я ее зафиксировала, она теперь не улетит. Оп, не может. Рисуйте теперь дальше, у кого есть возможность. У меня. Крестики, так. Стойте, не рисуйте. Не рисуйте. Вот сюда встаем. Вот сюда встаем. Все, крестиками отменяйте свои рисунки. Вот, и теперь дорисовываем. Все, отлично. Я не поняла, где звезды-то? Да вообще. А чё, мы забыли одну звезду? Мы забыли одну звезду, нам надо обратно. Легко, вот так вот. Ой, вот, да где мы? Вот где-то тут звезду надо найти, видимо, она наверху. Наверное, погнали. Ариша, запрыгивай на такси. Вот, где надо. А мы балбесы. Да, Ариша, ждем ее. Сейчас. Вход 5 копеек. Заходи скорей. Опа, так, давайте. Я поймала. Ариша сама себя. Я поймала. Это вы что там балбесите? Все, стой. Так. О, тут такси есть. Я на такси. Мне все равно, я на такси. Тут звезда внизу, девочки, прыгайте. Прыгаем! Мимо улетели. А где мы? Они куда-то мимо улетели. А вот Ариша приземлилась. О, Рита, молодец. Все, поехали, таксишка. Так. Ой, идем. Эй, Арина, ты где? О, вот она. Хода нет. Есть ход, ладно. Так, сейчас. Всем стоять. Все, я нарисовала. Стоять, яйца сыпятся. Все, так, все, хватит болтать, Арина, рисуй. Так, чтобы нас яйцами не прибило. Ну и что ты сделала? Молодец! Нарисовала, чтобы они нас точно прибили. Арина, художник. Я не продумываю. Давай, ты постоянно не продумываешь. Все. Так, Рита, давай ты. Смотрим, как Рита справится, да. Что это? Сейчас, как она не продумает. Давайте сначала вот так. Так, давайте, давайте. Осторожно. Так, дальше. Только сюда, теперь. Вот так, хоба. Так, ладно, это какие-то горы. Да, Рита горы нарисовала. Горы. Так, ну теперь я. Давай. Так, сейчас шипы уйдут, проверю, выбивает их или нет. О, не выбивает, отлично. Значит, я сейчас все зафиксирую. Ой, нет, меня пришибло просто как-то. Я вас жду тут в конце. Ладно. Стерли. Давай просто пройдем, Арина, и все, без проблем. Рита, балбеска. Так, Арина, твоя очередь, рисуй. Арина? А что Арина? Что Арина сразу? Так, это что? Не знаю. Ой, помогите! Рита... Я застряла! Не, давайте здесь просто поверху нарисуем все вместе, командная работа. Давайте. Все, погнали. О. Так. Давай, рисуй. Все, идем. Ура! Пускайся. Во, отлично, мы шестеренку обманули. О, прикол. Вот эта штука. Пружинка. Пеу. А чем сложность? Просто пешком пройти. Я другим путем пойду. Давай, посмотрим, какой путь выберет Арина. Да, ты любишь не те кнопки нажимать. Давай, Арина, я остановила тебе эту суть. Ну ладно. Есть, молодец. Так. Идем. А чё так легко? Это пол, это лава. Давайте попрыгаем. Давайте горы рисуем. Так. Так, сейчас я вот здесь нарисую. Да кто там красненький? Это я. Все, у меня закончились. Арина! Вы чё, меня ушли? Идем все вместе. Так. Давайте, стойте, давайте, я командую, я рисую. Так, идем. Подождите, я еще рисую, идем. Теперь Арина рисуй. Куда? Вверх, просто вверх. Все, идем. Так, я свою сотру. Меня сожгло! Ну, елки-палки. Ждите, я до вас доберусь. Давай, папа, я тебе сделаю безопасную горку. Вот здесь мне надо. А, вот здесь я паркур нарисую. Дынс. Сейчас еще вот здесь вот. Есть. Так, стоп. Так, аккуратно. Теперь я вот здесь нарисую прямо. Так. И, я не знаю, вниз страшно прыгать. Давайте потихоньку, да, спускайтесь. Осторожно, папа, иди на краешек. Арина! Да, тут нормально все. Фух. А, ну фух. Опа, где звезда? А, отлично.
Ты дышишь. О, шарики! Шарики, а чего тут сложного? Ля-ля. Просто весело. О, какой-то красный квадрат. Где? Ого. Ого. Здесь. Арина уже его остановила. Точно, злобный красный квадрат. Надеюсь, шарик сзади течет. Фух. Папа! Меня пришиб квадрат. Он танцует. Да. Так. Девочки, вот здесь мне надо пройти. Оп, спасибо. Так. Проходим. Так. Стоять, стоямба. Оп, все, зафиксировали квадрат. Ура! Ура! А ну просто пешком. Просто можно. Пешком пройти? Ладно. Все, готово. А тут... Отлично. Ариша, ты где? Я не знаю, как это пройти, я боюсь. Просто иди вперед и все. Они как бы сбоку сбивают. Все, отлично. Так, давайте теперь, теперь я рисую. Дышь, все, тут защита есть. А здесь поверху просто идем. Отлично. Ой. О, тихо. Тихо-тихо, тут броню надо ставить. Давайте аккуратненько поверху пойдем. Обстрел идет. Давайте аккуратно поверху. Я тут дополнительную защиту рисую. Вот он, вот этот вот. Пшикает. Ой, это Стикман нас гасит. Тюрьму этого Стикмана. Ха, в тюряге сидит. Сиди там, болезный. Так, идемте дальше. А почему у меня только Арина снизу отображается? Где Рита? Рита, ты невидимка? Ой, тихо. Чё? Я случайно удалила. И он тебя обстреливает? Ну, обстреливал. Идемте. Не, ждем Риту. Ждём. Да, Рита пропала. Идемте. А почему у меня карандаш вниз, а у тебя вверх? А, все понятно. Ой, это что? Это тут такие штуки. Ура! Фух, я успел. Опа. А он здесь исчезает. Да, ждем Риту. И здесь как бы прыгать нельзя. Рита, ты что? Ну-ка. Так. Все. Сейчас послать. Не-не-не, так, внимание. Здесь, короче. Давайте поверху обойдем. Чем мы будем? Давайте. Давайте сейчас рисуем все вместе. Так, я пока что вот так делаю. Ой, я не то нарисовал. Все, да, я вот, чтобы вот отсюда взять. Да, теперь вот здесь вот. Давайте. Так. Теперь вот здесь. Это куда мы? Теперь рисуй, Ариш, да, вот так вот. Только не стирай. Ой. Не стирай. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут мне надо побольше, что мне не хватает места. Так. Теперь рисуй Рита. Давай. О, карандаш добыли. Здесь ура! Секретное место было. Ура! Секретное место мы. Так, теперь здесь я нарисую. Ой, окей. Так, аккуратненько спуски. И вот! Ура! Мы обхитрили систему. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Отлично. Идемте быстрее. Идемте. А что тут? Кто тут закрыл нам проход? Оп. Ё-моё, что происходит? Вообще. Здесь, значит, вот так. Вот так, защита на всякий случай. И звезда есть! Кнопочка. О, она делает невидимку. Не надо нажимать эту кнопочку. А, ну тогда просто идем. А-а-а! Я успел спастись! Рисуй, ты, она по голове едет! Арина! Мы с пути! Я нарисовал вот такого человечка! Я нарисовала вот такого человечка! А я нарисовала себя! Ребята, лайк нам за рисунки, а мы продолжаем! У нас сегодня обе, где нам нужно рисовать прохождение! Все, отправляемся, девчонки! Арина! Ой! Опа! Так, Арина защитила. Посмотрим сейчас. Так, 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 так. Бумс. Ага. Исчез. Отлично. Рисуем крестик. И успеваем защититься. Есть. Фух, так, так. Папа, будет помогать. Быстро, быстро, быстро. Рита, Рита, Арина. Чуть не это. Фух. Так, ура, 55. Стоп, здесь нарисован квадратик. Это кнопка. Это кнопка, которую надо было нарисовать. Супер. О, еще какой-то. Так, Арина, теперь ты. Вдруг там секретка. Поверху? Да. А давайте. Ну, давайте. Посмотрим. Надо теперь в другую сторону. Так. Так, теперь по красненькой. У меня ноль. А ты... Да, ты можешь стереть. Все, запрыгиваем. А-а-а, папа! Ты сильно упала? Да. Ладно, подожди, мы сейчас проверим. Ариша, давай, заходи. Сейчас. Ой. Ой. Ура! Так. Встань на свою зелененькую. Отлично. Теперь я рисую. Запрыгиваем, давай. Так. Очень далеко идти, однако. Да. Но здесь ничего нету, Рита. Ой. Капец. Так, не стирай, подожди. Я не стираю. Что? Ты, наверное, звезду забрал. Да, я звезду забрал. А, когда забираешь звезду, оно само стирается. Ладно. Да. Так, теперь я рисую. Вы уже рисовали. Я нет. Убирайте свое художество. Ты не рисовала? Странно, там же две фигуры было. Не знаю. Рита, ты что ли рисовала все? Нет. Некрасиво с твоей стороны. Ты дышь, мы прошли. О, ой, Арина. О, это пчела. Ой.
Она нас схавала. Ну вас, а меня не схавала. Ты убежала? Надо в круг, наверное. А, мы ее поймали, все, злобная пчела. Ой, еще пчела, да, давайте я нарисую. На, рисуй. Отлично. Ура! А это сота. Какая пчела, ты нас не... О, прикольно. Здесь нужно идти, вот так вот. Кто замуровал Арину? Все, отлично. Так, это тоже надо замуровать. Так, теперь надо нам пройти. Подождите, я замурую и просто понизу пройдем, да и все. А может там секретно? А я не знаю. Я проверю. Давай, сходи. Я пока пчелу отключу. А я за Ариной пойду. Давайте, сходите. Нет, ничего нет. Скажите мне, что там. Тут пустота. Эй, вы где? Нет. Вот они. Банда девчонок идет. Так, осторожненько. Замурую пчелу. О, я знаю, что тут можно делать. Ага. А я просто вот тут прошел. Привет. О, вы там сверху, да? Да. Здесь, внимание, здесь карандашик. А! Арина, ты что там? Ты что там? Я тут. Ты что не стер? Я стер. Ты что стер? Пчела! Что такое? Почему она за мной поехала, и я остался жив? Я не верю в это. Так, у меня 40. Ой, 60. Все, идем. Я взял карандашик. Уровень 46 у нас. Давай здесь поднимемся. Стой! Стой! Сумасшедшая пчела. Так, 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 здесь стираю, значит. Стой! Что? Не стирай ничего, все оставь на местах. Ладно. Все, девочки, тогда я вас тут жду, просто жду, все. Ребят, что так тут у нас дорожки разошлись. Я рисую, девочки погибают, потом я что-то стираю, что-то происходит непонятное. Фух. Одна добралась, где еще одна? Арина, ты где? Ура, иди сюда. А, ты уже здесь? Ты понизу прошла? Ясно. Ха-ха-ха, подстава, подстава. Для вас подстава. Все, улыбайся, пчела. Мы идем теперь наверх. Ага. Опа. Подождите. Я здесь, забирайся просто по лесенке и все. Куда? Наверх. Я сейчас плечевой. Да тут их еще много будет. Я сейчас плечевой. Вот, теперь на черненькую запрыгивай. Я нарисовал черненькую. Спрыгивай. И сюда. Отлично. Все, поднимаемся выше. Рита. Рита нас тут затроллила. За троллинг, Рита. Все, идите сюда, тут какая-то кнопочка. Кнопочка? Да. Кнопочка. О, она делает невидимку. Не надо нажимать эту кнопочку. А, ну тогда просто идем. А-а-а! Я успел спастись. Ребят, я тут паркурчик придумал. Так, я замурывала. Опа. А вам наоборот надо, откройте эту штучку, нажмите. Хорошо. Я же упал. Ой, сам себе за это вал. Чикс. Ха-ха. Опа. Так, подпрыгиваю и здесь, все. Ариша, проходи. Так, я на всякий случай... Так, что тут у нас? Нас тут... Нас не пускают опять. Так, это что? Пойдемте. Это какие-то шарики. А, я поняла. Так, нажимайте кнопку, которая нажимает вот эту штучку. Да, надо... Сделайте так, чтобы просто твердо было. Ой, меня разорвало на части. Надо на крыше нарисовать. А давайте поверху обойдем. Давайте обойдем поверху. О, давай. А если там секретка? Здесь, снизу? Сверху. Пап, только не стирай. Папа, ничего не стираю. Чуть-чуть ластика используй. Я не умею чуть-чуть. Ай. И... Ну вы что там, улитки? Ты как-то неудачно тут все нарисовал. Да удачно, я очень, неудачно. Я очень удачный. Так. Тут дорожка, не стирай только, Ариш, там еще Рита идет. Да, конечно. У меня закончилось. Бомс. 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 Ух. О, звезда! Паркур. У-ху! Так, это что? Все, выжили все. А, просто проходим смело. Ё-моё. Эй, Рита! Рита, я теперь знаю, что ты красным рисуешь. Так, это что у нас? А, Арина решила поверху идти, я тоже. Жих. Папа, жих. Пойдем вместе. Эй, ты мне в голову воткнула, Арина! Вы пока там тележитесь. Ты уже прошла? Да, Рита, давайте проходить. Рита как-то прошла. А, на кнопку нажала, мы просто проходим. Арин, давай. Нет. Да. Я посмотрю. Ну ладно, как хочешь. Мы оставили тебя смотри. Далеко позади. Вот. А, надо делать ловушки, чтобы шарик падал туда, да? Да, ждем Арину. Давай, ждем. Опа, отличненько. Берем звезду. Так, здесь вроде все просто. Идем, идем. Никаких проблем. Арина! О, тут что-то изменилось. Смотри, здесь так. О. А здесь вот так. Какие-то человечки подождите меня. Стреляют. Ждем, ждем. Я пока тут лесенку нарисую. Так, Арина, что у тебя за полоса? Лесенку рисуй.
Папа, что у тебя за лесенка? У меня лесенка, а у Арины просто полоса. Так, это что? Мы все не спустимся. О, спускаемся вниз. Прыгаем. Юху! Так, это что? Долго летишь. Ого. Постой там. Эй, почему тебя не замуровало? Какая-то штучка. Рита! Это факел, он сжигает песок. Рита! Тебя замуровали? Да ты ластик бери, ой. Давай. Ластик бери, стирай все просто. А вы все, не пробни, выберитесь. Почему? Потому что нужно нарисовать фитиль. Вот, все, Арина, проходи поверху. Какой фитиль? Все, проходи просто поверху, все. А, сейчас. Какой фитиль? Звезду взяла? А, отлично. Так, так. Фитиль, это такая, фитиль, это такая штучка, которую поджигаешь, и она вот, смотри, видишь, идет вон туда, поджигает тоже. Все. Сейчас она сгорела, и мы проходим. Вот снова фитиль, нужно что-то поджечь будет. Вот сюда аж надо так, идти. Нужно осторожно нарисовать сквозь воду, нельзя рисовать. Опа, все, сейчас загорится. Давайте в следующий раз все соединим. Смотрите, сейчас загорится, и мы проходим. Ура! Юху! Супер, так, а теперь что? Поверху. Рита, иди наличница. Так. Все, иди сюда. Пойдемте. А, Рита перехитрила, она подожгла фитиль. Тот. Опа. Есть! Ура! Проходим, Арин, быстрей! 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 Все, а где звезда-то? А, вот она. Так, кнопка. Тут хитрый ход был. О-о-о, тачка, погнали! Так, Арина! Арина, бери жду, себе тачку! Жду! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Что я натворил? Все, Арин, так. Догоняй, давай, мы едем такие. Пап, давай, рисуй нам. Рисуй, ты, она по голове едет! Арина! Мы с пути! Я не успел! Спасти нас! Арина по башке нам проехала и уехала вперед радостная, счастливая. Мы остались с тобой. Рита, стоять! Я жду. Так. Газуй. Давай, а как ты газуешь? Рисуй спереди. Так, давай. Я газую. Рисую. Просто еду. Просто оно едет. Рисую. О, есть, отлично. А как ты газуешь? Оно само едет? Ну, оно едет, и тут я тут просто направляю. Ой, у меня карандаш кончился. А, оно на... едет, и я вперед и назад делаю. Ну, нет. Хожу туда-сюда. Вот и все. Все, идемте. Едем. Не надо лаву. Закрывать. Она безопасная. Ясно. На машине безопасная. Ну едь, Арина, давай, вперед. Риту сносит. А если мы так нарисуем? Ой, что я натворил? Рита, прости меня! Я провел эксперимент. Я поеду без вас. Ой, еще машина. Давай, Арина, едь первая. Давай ты ведешь. Давай, я веду. Я еще ни разу не водил машину. Да. В этой игре. Так, сейчас Риту подождем, погоди. Машина. Ну, так я уже проехала. Ты дальше уже уехала? Да. А мы тебя не видели. А потому что я первее. Пока вы там что-то там баловались. Да ты чё? Да что ж это такое? Ой. Что за безобразие? А, вы тут? Да, мы тут вообще-то. И чё это? Это мы тут. Бамс. Оу, погнали, Рита, держись! Держись! Держись, фух! Рита, смотри! Смотри, что ты там намуровала! Вызываю машину, я сажусь на пассажирское. Ладно, я стоя буду. Все, я буду рисовать. Вы не рисуйте, я буду рисовать. Это что такое? Это что такое вообще? Это не я, это папа так нарисовал. Это что такое вообще? Пойдемте пешком. А что, да, пойдемте пешком. Что мы ездим на машинах? А тут пешком спокойно можно пройти. Пол это лава. Вот, так, проходим. Здесь. Проходим. Теперь по красной идем. По зеленой. По зеленой, красной, черной. Все, я тут на подстраховке. Отлично, рисуйте. Кто там красная? Так. Суперски. Зеленая, так. А что там за мячик? А, там кто-то стирает. Так, осторожно, тут лава. Осторожно. Там внизу лава. Фух. Так, и доходим. Сквозь голову Рите нарисовал. Да. Есть, так, мы без машины прошли. О, это что такое? Стой. Ух ты, смотрите. Какая-то штучка светит вон туда. О. Потом вы уже тут нарисовали. Что вы тут рисуете? Что это? Так, он хоп изменяется. Ты его вообще заткнула. Так, все, ничего не рисуйте. Ничего не рисуйте, я буду рисовать. Мне интересно, что происходит. Ага, это не подходит. О. Подождите. О, прожгло. Вот, значит, получается, я рисую зеркало, оно прожигает. Я сейчас рисую. Рисуй что? Надо вот эту прожечь. Вот попробуй нарисовать так, чтобы прожгло сюда. Посмотрим, как у Ариши с геометрией. Так, давай. Она стёркой. Она стёркой управляет, ребят. Смотрите, она ластиком. Она делает. Я пока подожду. Так, это что-то ты не то нарисовала. Если вот так. Так, мы, короче, с Ритой тут ждем, пока Арина там что-то пытается сделать. Да, с геометрией у нее проблемы. У меня ничего нет геометрии. Она проходит, она 10 минут, она рисует так, чтобы он явно светил не сюда, а туда зачем-то. Арина, надо, чтобы он светил сюда. Я знаю. Угол сюда надо. Ребят, мы так вечно не пройдем. Все, Ариша, все, у тебя экзамен провален. Двойка тебе. Рита. У меня еще геометрии нет.
Нет. Рита, иди нарисуй. Хорошо, так. Смотрим, как Рита нарисует. Раз, луч. Смотрим дальше. Сожгла луч. Так. Один, убери свой ластик. Ой. Ого, мега какие-то лучи. Так, дальше. Так, лайк. Рита написала лайк. Причем тут лайк? Надо ли? Не, ребят, конечно, поставьте лайк. И... Вот, о, наконец-то! Так. Поставьте лайк! Лайк, ребята, да! Стоп, лайк. Теперь я рисую. Ой, я сожгла лайк. Я хочу попытаться. А что тут? Тут ничего не надо, тут просто проход... А, нет, надо. Так, всё. Значит, вот так, вот так. Не так, Арина, убирай. А вот так, а может вот так? Проходите. Да? Идём. У Арины получилось? Да! Подпишись, Рита пишет! Ура! Отлично, ребятки, подписывайтесь! Ой, Рика, выпусти! О, ты что? Так, осторожно! Главное, на пол, чтобы не светило. Вы просто ничего не делаете и проходим. Ладно, нам нужно... А, нет, сюда все-таки нужно. Все, я так, сейчас нарисую. Ну ладно, ты не рисовал еще. Я себе поставлю защиту и просто луч. Нет, так не подходит. Попробую луч нарисовать вот под таким углом. Отлично, теперь под таким углом. О-о-о! Все, открыл! Открыл? Да, отлично. Да. Иду. Я иду, иду, я открыл. Закрывается. А сейчас прожжет заново. Фух, так. Прожгло. Фух, отлично. О, и да, снова нарисован да. Лайк. Видно. Просто по лестнице идем наверх. Смотрим, что дальше. Так, здесь лучи бьют туда. Давайте теперь я. Дорисовывай. А что, куда? Тут же просто спуститься. А, да, надо вот сюда направить хорошо. Лучи. Все, и сейчас осталось чуть-чуть дорисовать. Вот, все, прожгли. Оно мешает. Перепрыгни. Да, ты мне прям перед носом запрыгнула. Арина, это плохая идея. Ты сейчас что-то нарисуешь. Нет, это не хорошая идея, это отлично. Ну, ждем, ладно. Я сейчас, короче, вот здесь на всякий случай. Убери свою зеленую штуку. Вот здесь. Сейчас мы вот просто вот. Вот, все, проходим. О! Подпишись на канал, красный квадрат. Ой. Я его спихнул. Так, вот так ему. Так, здесь у нас. Мы квадрата поймали. Сейчас еще вот этого. Ой, ластиком я его не поймаю. У меня есть идея. Давайте сначала пройдем через все эти кубики, а потом. Давай. А, и каждый нужно закрывать, чтобы он, ну, дал лазеру пройти. Я направил сюда, а теперь направляем там дальше. О, я уже направлена. Вот здесь вот. Вот так вот. И вот! Чуть-чуть осталось. А что не прожигает? Что за такое? Чё, ура? Нет, пока не ура. Сейчас, может, надо выше-ниже? Ой. А куда отключился луч? Да я случайно что-то стерла. Вот, всё. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! И чё за дела? Может еще и давайте еще попробуем надо? По моей идее. Подожди. Может об квадраты надо? Ура! Ура! Тогда... Получилось, а я через верх прошел. Бомба взрывается. Да. Прикольно. Ой. Я ее до... Ой, нифига меня лупанула. Рита, Рита. Помогите! Ты Арину взорвала. Горящая картошка. Она рисунки сносит. Ты так улетел с меня, она... значит надо большую. Ты что ты делаешь? Арина, ты нас замуровала с бомбой. Вам падают прямо на... Бомбы вам падают прямо на головы. Да, это какой кошмар. Я стою на месте. Так, а я сейчас хитро-хитро ушел. Я ушел от бомб. Фух, давай, смотри. Я перехитрил их. Папа, тут гигантская бомба. Где? Я потрогаю. О, я ее покатил. Катится, катится. Ребят, я качу бомбу. Я докатил ее до звезды и выжил. Почти. Так, все, я ее поймала. Смотри, папа. Смотрю. Вот она. А, там, ну сейчас она бабахнет. Ну-ка посмотрим. Что-то какая-то она долго. Надо нажать. Ой. Что-то там происходит. Там какие-то... Части Арины улетели. У нее каска. Быстро. Давай. Так. Все, побежали поверху. Арина, давай вперед. О боже, кто мне нарисовал уши? Я что, большой заяц? Ух ты, я нахожусь в сердечке. Да, а мне кажется, что ты в яблоке. Папа, ты с такими большими ушами ничего не видишь. А я вообще королева. Так, ну ладно, экзамен по рисованию мы сдали. Теперь отправляемся дальше проходить обе. У нас осталось всего 21 уровень, и мы пройдем. Все, давайте, девчонки. Я, можно? Ой, кто это тут меня долбанул-то в линии? Это что такое? Вы я не знаю, я хочу взять шлем. Так, девочки, одевайте шлем, он дает безопасность. Ой, не помогает шлем от ракеты, она просто... Она пробивает вас насквозь. Капец, так, нужно Ай! Так, Риту ронесло. Ты дышь, есть. Девчонки, воюем с ракетами. Сейчас я... Бах! Прошел этого чувака. Фух, успела.
Сержант, бойцы с карандашами прибыли, что нам нужно делать? Соберите звезду и идите дальше. Есть! 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 Все, отправляемся дальше. Солдаты идут вперед. Тут-тут-тут с карандашами звезды сыпятся сверху. Ха! Есть! Осторожно, надо успеть защиту врубать. Так, перед ним рисуем двойную защиту. Он сразу две разнес. Так-так-так-так, сейчас он взорвет. Ау! Чего? Шлем потеряли. Нет, наш шлем. Кто здесь нарисовал зеленую фигню тут? Не знаю. Есть, все, не рисуйте, я буду рисовать. Есть, я успеваю защитить нас. Отлично, так, стоим. Так, сейчас взорвется и отправляемся через верх. Арина! Боже мой, Арину взорвало. Розовую снесите. Быстро, 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 быстро. Давай, так, все, во, все, побежали по верху, Арина, давай вперед. Так, нажмите fire. И что это? Не знаю, сейчас шандарахнет. Ой. А что с вами, вы погибли? Я тогда не буду так делать. Я его замуровала. А, он теперь не может, да, fire нажать? Отлично, идемте. А где Рита? Где боец Рита? Ладно. Всё, она, я тут. Она тут. Нажать красную кнопочку и будет. Это же шарик. На нем написано нарисовать что-то. Не знаю. Я понимаю. Не надо ничего рисовать вроде как. А, и в него надо залезть. Это транспорт. Все, девчонки, пока! Так, короче, там рисуем, иначе разбивайтесь. Ой, так. Вот он сказал. Да? Сейчас. Осторожно, главное меня не толкнуть. Следующее такси будет твое, Ариш. Это мое. Так. Стой, стой, может, вдвоем сядем? Ну, давай. Нет. А ну-ка. Оу! Прикольно. Уху! Ты-дыш! Есть! Мне понравился этот конкурс. Это было прикольно. Так, а что здесь? Еще транспорт. Девчонки, вы где? Рита, Арина! Ой! Рита, помоги нарисовать! Я не могу, я укатилась. Ребятки, здесь я пока не бегу, пишу. Пишу. Пишу под. Пи. Подпишись! Так, и Рита пишет. Лай. Лай. Лайк. Поставь. Все, ребятки, все молодцы, кто это делает. Все, Рит, давай, иди вперед, я жду Арину. А, Арина, ты где? Вот она. Что с тобой? А, ничего себе. Тебе... Давай, вперед, я за вами поеду. Лай. Так, по лаве можно ехать? Да. А, отлично. Только нарисуй. Что нарисовать? Уху! Уху! Тудыш, вот это да, вот это был... Полет. Так, я сейчас Арина приемник здесь сделаю, ребятки, дыщ, чтобы она не выкатилась. Она прям сюда влетит и все. Так, нет, вот такой вот. Вот такой вот сделаю, чтобы она тут застряла. Ждем Арину. Арина! Арина! Есть! Вот она! Не понял, как она так сделала, но. Все, давай, вперед. Так, осторожно, тут я спереди еще. Ты еще едешь? Да, еще там рисовать надо. Ладно, поеду потихоньку, что-то там опасное. Догнал Арину. Так. Вомс. Фух. Я тут проехать не могу. А, я могу рулить, в принципе, и вперед, и назад, отлично. Эй, эй, я ударился, чуть назад не улетел. Приторможу. Тут осторожно. Арина, что за дела? Ладно, разгоняюсь и... Подлет. Фух, тыщ, 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 тыдыщ. Что-то не то. Мне написано, надо вернуться, чтобы звезду забрать. Иди вернись, вернись назад. Ой, я подпрыгнул и сразу умер. Все, я, короче, отправляюсь. Надеюсь, сейчас в этот раз получится все. Ё-моё, дед! Ребятки, я там что-то не прошел. Еще раз, поехали. Разгоняемся, прыжок. Стереть. Прыжок. Стереть. Прыжок. Стереть. Прыжок. Ой, я укатился. Стоять. Стоп. Есть, получилось. Ждем Арину. Ждем. Ариша, ты где? Вот она. Есть, давай. Звезду собирай. Не замурована она? Все, отлично. Все, дальше. Давайте, отправляемся дальше. Все, Арина первая погнала. Толкайте. Да, она прилипла к тебе, Арина. Ну, что стоим, Арина, едь. Нарисовала? Что она там лежит? Кто ее там кусает? Смотрим. Паук ее что ли захватил? О, карандаш. Ладно, я просто буду лететь. Тынс, тыдынс, тыдыдынс, тынс, тыдыдынс, тынс. Папа! Ой!
Ой-ой-ой-ой-ой, я что-то не туда вот это дынскал. Давай, пап, ой, Арина, давай папе нарисуем, чтобы он прокатился а сюда. А я понял, куда надо, давай. Я понял, куда надо. Вот мы нарисовали тебе полосочки, чтобы ты не упал. Вот, смотри. А где карандашик? Вот он. Отлично. Арина, блин. А, меня вышвырнули. Ой. Опять. Есть, звезда! У-ху! Ой, ой, вот это я упал. Полежу тут, отдохну. Итак, ребята, у нас тут электричество. Нужно будет соединить провода, чтобы загорелась лампочка. Для этого мы проводим проводку. И проводим проводку здесь. Лампочка загорелась и открылась. Теперь ждем, когда придут дочки. Я тут свет уже включил. Она с ластиком летела. Свет включен, просто проходим. Да, до лампочки не докасайтесь, а то током ударит. Да ты что? Я знаю, сколько будет. Давай, проверим математику Арины. 2 плюс 2 равно... 4. А что не работает? Наверное, слишком большая четверка. Нарисуй нормальную. 5? Всё? Что? Что за дела? Что за вообще капец. Что за арифметика? О, давайте теперь... Рита, что теперь здесь делать надо? Нужно яблоко починить, а то его откусили. Давай. Так. Починить. Есть, молодец. А-а-а. Логика работает. Следующую логику я делаю. 3 плюс 2 равно 5. Ставим галочку. Есть, сработало. Ой, Рита! Так, я... Стирай там, быстрей. Стирай. Есть, есть, проходи. Ура! Ничего себе, ребят, за неправильный ответ бомбой по голове. Кошмар какой. Это я нарисовала бомбу. Бомбу? А ну-ка нарисуй здесь, я тоже хочу нарисовать бомбу. Ой, это я просто поставила галочку на бомбе. Так, нужно стирать паутину, я поняла. Да? Стираем паутину быстрее. И нужно забрать ключ. Посмотрите, у него на попе ключ у паука. А как ее забрать? Ждем, пока он повернется к нам попой. Я не вижу, у меня почему-то опять приближенный экран. Нет, ладно. Я не вижу полной картины. Вот, смотри. Ура! Ты забрала это ключ? Да. Молодец, быстрее, паук ползет к нам! Мы успели. О, это что? О, мини-домик. Прикольно. О, папа, а вот и чаек. Так, это иглу. О, нажимаешь кнопку, из нее вылазит пингвин. А я тут замуровалась из пингвина. Я его спасаю. А, его надо спасти, наверное, точно. Да. Так, и что он сделает? Осторожно, у меня тут тоже сзади пингвин. Быстрей! Это убрать... Ура! Ура! Он съедает рыбу, получается. А, рыбоед. Прикольно. Здесь выпускаем еще одного пингвина. Так. И помогаем ему пройти. Так, 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 так. Есть, он прошел. А теперь я давайте нарисую. Фух. Фух. О, самолет. Арина! Держись! Что делать с этим самолетом? Не знаю. О, им управлять надо. Так, 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 Рита, нет, не трогай лаву головой. Не трогай. О, я прошла. Тебе папа, повезло. Как ты водишь? У тебя самолет управляемый, а у нас вообще какой-то... О, я выбил его, есть. Есть. Да что за бардак? О, летим. Ю-ху. Тут ничего решать не надо. Так. Папа, что делаешь? Да я пытаюсь, он хочет улететь. Надо направить. Надо рисовать. Надо направить самолет. О, сейчас, 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 сейчас он... Рита, ну куда ты его направила? Ой! Не туда! Вот сейчас направим. Не туда папа направил. Боже мой, что мы творим? Пилоты-неудачники, дай я за руль сяду. Давай, сейчас я это приду. Все, пока, Рита. Сейчас, подожди. Стой! Не надо тут ничего рисовать, папа за руль будет стукаться. Он сам стукается, сам долетает? Да. Да ну! Так просто было. А мы там рисуем, значит. Еще самолет. Ладно, лети, Ариш. Я пассажиром. Рита, догоняй. Давайте, я за вами. Так, а тут рисовать надо. О, пингвинчики. Они сбили нас. Отлично. Ай-я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 й. Так, у нас, короче, вмазался самолет. Арина. Ой, я погиб. Так, теперь я за руль. Ой, он без тебя. Пока, дочь. Ладно, сейчас чуть-чуть пингвинов обойдем. Ой, не помогло. Так, давай, папа, я пассажиром буду. Давай. А то сложно как-то. Потом ты можешь Арину перевезти. Я? Ой, ой, папа, ты что там нарисовал? Бамс! Да что ж такое-то? О, давай, я пассажир. Давай, да, Рита, садись. Все, Рит, нормально, держимся. Так, ладно, сейчас попробуем выжить. Самолет начал приподниматься, это опасно. Опасно. О, пролетели! Фу. Мы выиграли! Можно порисовать! В смысле, мы прошли игру? Да! Мы прошли игру!
Друзья, вы сегодня были на канале Папа и Дочки. Подписывайтесь на канал, потому что хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. С каналом Папа и Дочки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока. Так, а я нарисую сейчас ракету. Ой, не хватило карандаша.